времени на то, чтобы участвовать в качестве волонтера, вы можете помочь финансово, если вы все свое время тратите на то, чтобы работать, потому что я знаю, что в эмиграции очень сложно выживать, нужно очень много работать, гораздо больше, чем когда мы все были в России. Вы можете помогать финансово. Очень много волонтерских организаций есть в Тбилиси. Одни помогают гражданам Украины, другие помогают российским политзаключенным. Какую организацию выберете вы, абсолютно не важно. Важно, что мы все должны что-то делать, друзья. Вот такая у меня получилась скомканная речь, простите, если вы ничего не поняли. Теперь будет песня. Да, я плохо пою и плохо играю, поэтому я надеюсь, что вы будете громко петь и переглушите мое кривое исполнение своими красивыми голосами, друзья. Проверка, гитара работает. Настроена гитара? Музыковед. Настроена. Все пройдет, точно майские грезы. Это точно пройдет пакетом мокрым на голове. Селектор метками на руке. Моя Россия сидит в тюрьме. Но верь же мне, это пройдет. Какой же черный был век, а мне мерещится вдалеке живой надежды забытый свет. Верь же мне, это точно пройдет. Окупант, что насилует плачущих женщин, как сигавы, не парень, не брать.